Так, ну что же, всем привет, ребята. Сегодня я решил сделать тест на свой стедикам. Многие меня просили, хотел закрепить в приспособление под свой фонарик, однако, я вам покажу, конечно, в конце ролика, не совсем удачно, он проворачивается. Будем искать какое-нибудь другое приспособление, но если крепить его вот в такой, как говорится, жесткой сцепке, то тогда небольшие помехи все равно будут. Конечно, кадры не будут уходить куда-то влево-вправо, но вот такие дрожания все равно будут. А вот, ну, если в руках, то без никаких проблем не будет. Сейчас покажу, тогда положу на свой руль бабочку и посмотрим, как все это будет у меня. Так, это в первом режиме у меня все.